Всем привет! Сегодня заценим игрушечку Индика. Это про монахиню. Это демо-версия, она доступна бесплатно в Steam. Так, всем приятного просмотра, погнали. Посмотрим, что за игрушка. Выйдет она через два квартала, в 2024. То есть в скором времени уже должна выйти. Так, а сейчас пока в демку сыграем. Но звук тут очень громко, сейчас убавим, сейчас это все пройдет. Я потому что не настраивал, я ее так перекачал, но сразу запустил. Смотрим, так, и это индика просыпается, да? В снегу где-то валяется, они походу упали что ли? Или свалились? Ну, график зачетный. Что-то какие-то резкие провисоны. Не, ебать как шумно, надо угодно. Эй, с вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я смотрю? Да что там смотреть? Укол мне сделают лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты и до вечера не доживешь. Прям как наш тюремный доктор, прям слово-слово. Только это было уже больше недели назад. Ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, не нашлось ничего, к сожалению. Это смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только... Так должно быть. Она у нее отморожена, похоже, да? Я ведь тоже с Богом, как говорю. С Богом. Здорово. Этот укол ему не поможет, если она у нее полностью... Вставай. Померкнела. Если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Ну, озвучка, кстати... Довольно-таки неплохая, по крайней мере, у индики и у этого мужика. Солдат, наверное. Так, они ехали на мопеде, походу, да? Ну, на самокате, наверное. Нифига! Это что, велик, что ли? Жесть. Так, давайте я сейчас сразу манечку убавлю, ну, потому что реально очень громко. Прогрессия, инвентарь, настройки. Звук. Мне не нравится, как громко у нас сама игра. Давай на 80. Музыку тоже на 75. Чё она как громко-то какая? Громкость голоса оставим. Вот так вот давай. Так, он на бензине. А что значит, говорил с Богом? Чего? А, рук? Видела руку? Так уже неделю. Или больше. Сомневаюсь. А Бог тут при чем? Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писанному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Чё это за велик такой? Подожди. Блять, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники, на пару, по божественный походу. План? Да, там парный. Я понимаю, что ты думаешь, но вспомни в Евангелии. Отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший, а бандиту тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, умирать собирался, а мне сестра, вот как ты, воды принесла, кружки вот в этой. Я пью тихонечко, вдруг вижу по воде
Рябь идет. Управление жизнью. Как будто шепот. Кстати, у меня за вебкой там какие-то цифры. 1,490. Чашки, да. Из 1630. Да не в том суть. Я. Это прокачка. Я тебе укажу, когда едем. Смотри, водонапорная башня. Значит, за мельницей станция. Зачем станция? Нормально едем. Не, ну по графику прям, ну, хорошая такая. Я чё. Тебя без пары не утяну. Да, это все-таки правый велик. Давайте я перемещу маленечко сейчас в вебку, чтобы вы прокачку видели, а не пускай прокатится. Вот, видите, там какие-то циферки. Это, наверное, скорее всего, прокачка. Все вот так вот сделано. Может, лучше в объезд? Монахиня, офицер, кому какое дело? Телеграфные столбы, видишь? Хотя провода оборваны. И дорога. По ней давно никто не ездил. Правой велик, нифига там сзади у них это гусеница какая-то. Ну-ка. Не, это ёпно, колесо какое-то, маленькое такое жесть. Первый раз уж такое. Парад. Оп, загрузочка. Долгие тайные загрузки начинаются. Ага. Куда-то они подъезжают. Блять, кто так ставит? Дорога перекрыта. Проезд перекрыли. Тормоз приржавел. Сука. Надо найти, чем гайку сорвать. Так, все, мне дали управление. Монах. Ну, в принципе, довольно годный. Сатрашненько, правда, ну, нормально. Моделька хорошая, анимация тоже нормальная. Ну, чё ты там? Будешь сталкивать-то, нет? Ну, или мне все самой делать, да? А он одна руки, что он может. Ладно, пойдем поищем. Только что искать, я не знаю. Нужна какая-нибудь балка, ключ, гайка. Ой, ключ. Либо вот этот топор, например. Можно взять? Нет. А велик, если на пару, значит там где-то костер должен быть какой-то, правильно? Можно вот этими дровами закидать и дальше. Эх, так, на мышку открывать. Нифига тут самоварчик. Или это самогонный аппарат, скорее всего. Не, это самовар. Ну, это типа забегалка, какой-нибудь бар. Старинный бар, да? С очаком. Опа. Давайте помолимся. Вот, все правильно. Да, это прокачка нам он дают. Ну, очки прокачки. Индиго. Индика. Индиго. Индиго было бы лучше, а тут индика. Так, это что такое у нас? Житие угодника. Божие Варфоломея. Святой отшельник Варфоломей был так кроток нравом и благочествен, что его не боялись лесные звери. Он кормил птиц, белок, змей и даже медведей. И даже медведь приходил к нему полакомиться вареньем, которое Варфоломей варил из лесной землянки. Однажды у Варфоломея с медведем завязался спор, который они никак не могли разрешить. Дошло даже до драки, в которой Варфоломей ударил медведя топором, нихуя себе. Увидев, что натворил Варфоломей, упал на землю и катался по ней, слезно прося прощения у медведя и у Господа. Да, это жестко ударило, но
топором. Это прям дело серьезное. Варфоломей. Подобрать. Так, уровень раскаяния 7. Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить 35 дополнительно. Это у нас вина 5. Очков прямо сейчас. Нет, давай по верующему пути пойдем раскаяние. Так, Варфоломей, жестко. Медведя топором охуячил, нифига себе. Жестит. Так, все, тут больше нет ничего, да? Да, хата жесть. Все заброшено, так, прокачал. И навычек по нему. Тут, походу, нет ничего. Закрыть, давай дверь закроем. Чтобы не вымерзла наша хата там совсем. Ну, не наша, а чья-то хата. Нашла? Заброшена. Пока нет. Ищу. Ну, ты что думаешь, так легко? Он тут встал и курит, да? Охренеть. Полезу в форточку. Так, тут что-то много всего, да? Житие святого Иоанна. Однажды преподобный Иоанн упал в яму. Он был богобоязненным и коротким монахом, поэтому смиренно остался сидеть в яме. На третий день Иоанн усомнился, не принял ли по малодушию испытание Господа за его волю. Сидеть ли ему на дне ямы в нечистотах своих или вылезти на свет Божий. Взмолился Иоанн Господу и в тот же момент послал Господь Иоанну знак. Еловая ветвь свесилась в яму. Иоанн схватил за ветвь и выбрался из ямы. Выбравшись, он горько заплакал, осознав, что поддался в прелести и гордости искушениям бесовскому. В ужасе Иоанн снова прыгнул в яму и стал молиться Господу о прощении. Господь простил Иоанна и наградил его многими духовными дарами. Искушению поддался Иоанн. Подберем опыт. Ну, конечно, ну, с опытом вот с этим, ну, можем было что-нибудь сделать по-нормальному и по инвентарю тоже. Ну, это прям старенькая. Такая, знаешь, вот это было еще в этом. На Денди, да, вот такая вот прокачка. На Денди, но на Сеге. Так, тут что у нас? Закрыт. Это манекен какой-то, кукла. Страшный какой-то. Так, зажгем, помолимся. Так, новый уровень. Стыд 4. Каждый раз получая очки, получи 8 дополнительных. Скорбь. Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить 1.46 больше. Скорбь, стыд. Угу. Стыд. А за что и скорбь, наверное, я думаю. А что считаю? Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить на 1.46 больше, либо каждый раз, получая очки, получи 8.0 дополнительно. Ну, давай пойдем по верхней ветке. Хотя, не, я лучше скорбь, наверное, да, возьму. Скорбить. Или нет? Нет, давай вот сюда, потому что у меня монахинь, то есть она не скорбит, а уверует. Да? Верит, знает.
и послушается. Так, тут больше ничего нет. Лазим. Скорбь — это для исповедников. Тот, кто кого-то потерял. Сарай. Там скорбь. Может, там что-то сарай, есть? Может, там что-то есть. Сарай. Вопрос, как мне в этот сарай пробраться? Она может, ну, прыгать там вообще, лазить, нет? Подожди, это я через, ну, этот дом должен как-то лезть, да? Да, похоже. А как мне тогда выйти? Тут дверь. Ну, она заперта. А, тут окно еще есть, точно. Скорбить. Скорбить об утрате можно, да? Она вроде ничего не утеряла, по крайней мере, пока что. Мы ничего не знаем. Они просто ехали на паровом велосипеде, упали. С этого все начинается. Откуда ехали? Чему они поехали? Тут непонятно. Открыть. Да все закрыто, ну что такое? Так, она может бегать. Тоже закрыто. А выносливости нет у нее, да? То есть, просто бегу, ебать, тут вообще уголочно. Тогда остается вот эту лестницу взять. Так, куда нам залезть? Вот сюда, наверное, куда-нибудь, да? Полезли. Скучала по этому запаху. Какой запах? Так, давай смотрим. Параскева, пятница. Параскева, пятница, да. Певел Сергеевич. Певел? Ну, а не Павел Сергеевич, наверное. Ладно, прочитаем. Певел Сергеевич, папа Индиги, называл Параскеву пятницу. Жесть вообще. Бабе святой. Наверное, потому что девки использовали икону в гаданиях, приговаривая: пятница Прасковья, покажи мне жениха поскорее. Прости, Господи, 20 этих... Это уже велик на ремонте, походу, да? Разбитый весь. О, ключ. Гаечный ключ. Индиго легко могла на глаз отличить ключ на 5 от ключа на 40. Это было где-то между. Ну, ключ на 40, он здоровый такой. Отсюда открывается. А, тут вон застежка. Ну так, сейчас забирай лестницу, значит. Куда я могу еще залезть? Больше никуда, да? Ну чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Да подожди ты, нифига шустрый. Так, она не разобьется? Ай! Как у ней, ну, такие хрупкие маленькие ножки выдерживают такую мощную нагрузку во время падения, интересно. На тебе твой ключ. Ну, и что будешь делать? Скорбить сейчас, да, начнет. Сейчас как он ему в лоб даст этот ключ-то. Макар, бля, укатился. Жесть. Это что такое? Просто собака, ты чего? Навижу. Давай быстрее. Судя по звуку, там это, ну, тираннозавр какой-то, а не собака. Мопед дай подниму.
Нихуя там эта собака. Тихо, тихо, дружок. Мы тебя не обидим. Какой дружок? Ты посмотри на него. Да, вот это правильно. Съебываемся от этого дружка. Я там собака. Чем ее кормят? Она на стероидах, что ли, походу, мне кудец. Стероидная, походу, да, собачка там. Эта игрушка, кстати, вроде отечественного производства. В принципе, нехило такая вроде. Знаешь, да, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. По крайней мере, поначалу, в смысле, уебашил. Зачем? В смысле, револьвер, ну хуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. А, так он ее в заложники взял, что ли? Вот что скажу. Она же говорила уже. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На, на. Да, он ее взял в заложник, он ее куда-то вез, они упали, походу. Да, ручки-то у него потряхиваются. Кудец. Так, что за плакаты? Вы говорите, спасибо, собор. Ага, кудец. 20 марта в городе Спасове в соборе Иоанна Дамскина. Единственное рациональное средство от бесплодия, пьянства, супружеской неверности и других телесных и душевных недугов. Кудец. Ну, это типа он, что ли, такой? Выйти. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился. Дело не в инструменте, а в том, что нельзя человека спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. А я тут при чем? Так, что-то она посмотрела. А бесноватых куц уводят? Всех воль. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Сади к меня. Из него... Я тебя? Да. Ты меня. Что-то из него потом не захватчик какой-то хуёный получился. Блядь! Блять, сухой он там падает. Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Да, живой, живой. Сейчас. Ну что там? Высоко. Сейчас я найду что-нибудь подставить. Ей, кстати, не холодно в этой. Грубо говоря. По простынке в этой ходить, наверное, дубак. Все-таки зимнее время, сука, давай, давай, точно. Так, а что там такое? Подожди, F фонарь, да? Ух ты, ёшкин кот. Ну, она что-то посмотрела сюда, да? А, ну теперь я могу упасть вниз туда, да? Или что, мне туда прыгать, наверное, нет? Ну, он туда улез. Ну, а что, мне больше ничего не остается. Ладно, пойдем туда. Нет, она туда не идет.
залазить надо, все понял. Поняла. Все поняла, давай. Ну, или я, ну и засранец. Сам это перелез, а ее бросил, подожди. Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про Кудец и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья... В Спасове. Каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Нет. Это типа разговор с обесовщинами. Больше? Во сколько раз? Грех нас провоцирует. В два раза. Я не согрешить. Интересно. Да, то это соблазн дает. Доставить два письма — это как прочитать одно. А скажем, украсть. Деньги. Рубль стянуть. Хуже. Хуже. Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную эпидемию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить, а в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца, а? Искушает ее, смотри. Ты не греха боишься, ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. Спровоцировал, все. Сейчас она по-любому. Да, смотри, все. Все, не хочу смотреть. Ай, грешно, чужие письма читать. Все, полезло. Зачем? Ни хрена ее наштырил, но это грех пошел, все. Жестко. Видите, возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленная. Ведь все, как написала, вышло. Выкорли, это ж надо. Где ж такое видно? А, даже Евдокию, когда она тихо. Трубного честные единородные души святой помилуй. Увы, мне ведь как грешным мои же дела и мысли оскверни все никак постены не вознеси от земли души моей, пока земля земных и признаю великим веков. Если она и правда там какие-то молитвы читает, да? Бегнуты, милость побомилуй. То я тут не при делах еще. Я автор этой игры. Я просто показываю дам. Ко мне претензии. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешно. У меня в наушниках такая акустика, что я себе прям все слышу. Наконец, предание твоего, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некто поставленный будет престол, нас очень страшно, тогда всех человек дела отличаться горитом. Мать Божия, причина на время на грешном идти, изменила избави меня на путь покаяния, наставь меня, плачу всем делом и горько поплавно. Где же такое видно? А, даже Евдокию, когда она тихо нам понесла, куда не выперли, а тебя выперли. Это типа, когда она молится, у нее все нормально, а это так, если не молишься, то искушение ее нахлынывает, нахлобучивает. Куда мне идти тут вообще? Возрадуется грешность, восплачется, тогда никто же возможно помощи нам, тело наше, суть от нас.
я его беру. Такая, мол, больше не значится. Выперли. Ну, тут только получается, ну, я не знаю, куда-нибудь вот сюда идти. Не по себе как прям, когда это все слышу. Куда идти-то, блядь? Может, мне не выперли тебя? Выперли. Ну, залазь-то. Сначала тебя из дома выперли, потом из монастыря. Да хорош. Куда идти-то? Я не знаю, куда идти. Прыгнуть, что ли? Такая, мол, больше не значится. Куда ж теперь-то? Только вряд ли. Ну, я попробовал спрыгнуть вниз. Знаменными принятием грехов и стрижем людьми страстями и бедами к себе прибегаю к спасению, вопию по имени Дива. Выперли! Это ж... Получается, тогда никто же возможен помощи. Давайте в нашей сути нас тем же прежде, как за покасит. Делай их. Слава Отцу и Святому Святому Духу. Умник. Есть свет, я кажу так. А вот куда надо все понять. Твердивый нас наконец, повидание твоего помилуй, Боже помилуй. Никто поставленный будет престол нас очень страшно, тогда всех человек дела обличаться, горе того будет грешным Богу отзывать. Ну, молится она с такой скоростью, прям вообще жизнь он тоже будет. И ныне и призвела веки веков, аминь. Мать Божия, пречистая возрина на грешном, отец, где его избави меня на путь покаяния наставь. Как мне, куда мне? А, ну мне, может, вон туда надо залезть? Не смеешь взирать на небо, только на волю все глаголит, даже не Господи. Давай сюда попробуем. Ну чего, ты же могла залезть. Для всех человек окаяние есть, покаяние есть. Даже тебе, Господи, слезы, плачь, все тело мое горе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безумное каяние, человечьей вредности, время кубище, помысли, жестия Твои, или пройдись, Господи, Богу, плачься о делах Твоих горько. Господи, скрести, Сыне Божий, помилуй. Матушка тебя как облупленная, и ведь все, как написала, вышло. Тогда никто же возможен помощи нам делу нашего суда. Так, я застрял, погоди. Слава Отцу и Святому Святому Духу. С фонарем давай. Уже один стражный плачу, сидяние моих лукавых, как обещаю бессмертному царю, в коем дерновении возрена сутью блудного, слабого утробного часы неединородной души. С монастыря. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Честная церковь благолепно поет, зываю, честно, чистый, Господи, празднующий, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Помилуй, помилуй, только, ну, куда мне деваться-то? Я в ловушке. Мне как-то, ну, наверх надо подняться. Мысли о скверне все ни капли слез. Тут она рассоединяет себя, да? Оттуда надо, походу, лезть. Не выперли тебя, выперли. Ничего-то непонятно, погодь, давай заново посмотрим. А может мне отсюда это вообще это выйти надо? Мать Божия, пречистая возрина на грешном, отец, где его избави меня на путь покаяния. Нет, она не взаимодействует. Есть свет, я кажу, ты, Господи, Боже мой, возьми за руку. Что
Что это за бесовщина такая? Бесовскую комнату. Боже мой, это у меня никогда поставлен не будет престол. Нас очень страшно, тогда всех человек дела обличаться. Горе там будет. Каждому Богу отсылаем не то, что будущий души. Помогайте от злых дел твоих, Боже помилуй. Увы, мы видим, как прежде мы ищем. Куда ж ты, бедай? Так вряд ли. А Варвара молодец. А эти вы зрели. Да хер его знает, я не знаю, кого ты. И ведь так, все есть, так написала, вышло. Выкрали, это же надо. Где что это, бык что ли висит? Нет, это я, корова какая-то висит. Может как-то зацепиться надо за нее? Как утробного часа, не единородные души, святой помилуй. Господи Иисусе Христе, сын Божий помилуй, грешный, Господи Иисусе Христе, сын Божий помилуй, грешный, Господи Иисусе Христе, помилуй, грешный, Господи Иисусе Христе, помилуй, грешный, Господи Иисусе Христе, помилуй, грешный. Так, ладно, короче, сейчас я разберусь, как отсюда выйти и продолжу. Так, ну что, я маленечко покурил. Выперли. Я понял, надо вот на этот ящик залезть. Так что если она настоящий молитву читает, если там что-то, какое-то оскорбление верующих, то и я против. Я не автор, я не знаю, кто это чего создавал. Я против того, что нельзя, я за то, что можно. Она хоть и быстро читает, но вроде как бы на молитву. Так, все, выходим, короче. Читает молитву, только очень быстро прям тараторит. В наушниках надо слушать. Тогда поймешь. Ох, паралагушки. Жесткие. Где собака? Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова. А я с ним так что разговаривал с каким-то. Удивительным образом Индике передалась уверенность в том, что Кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Так, и куда ей идти? Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала, иконописица наша. В этом амбаре, например, желтую краску делают. А где все? Авария! Ну, пройти. Взрыв! В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. Так, понятно. Житие святого митрополита. Митрополита Синеуста. Однажды бес вселился в волосы преподобного митрополита Синеуста. В самый неожиданный момент волосы у него выпрямлялись во все стороны, как прутья веника. Так что во время богослужения у Синеуста подскакивала митра, пугая прихожан. Сколько ни молился Синеуст, бес никак его не отпускал. И вот однажды Синеуст проделал в митре отверстие и подвязал тугой веревкой настолько туго, что когда вышел на литургии на Иктинью. Волосы его вместо того, чтобы
Сбитые привычную митру воткнулись Синисту в голову. С тех пор Синисту стал короток и неразговорчив. Амбесу пришлось искать себе новую жертву. Так Господь проучил Амбеса. Не, жесть, конечно, написано. Половина понятно, половина нет. Ну, вроде так-то все понятно, но если долго смотришь вот так, да, долго-долго прям, ну, начинает сливаться как-то все. Так, синий уст. Ну, и плюс я еще такой читовод. Жесткий. Но все равно надо читать, надо стремиться, надо стараться. И надо помолиться обязательно. Давайте помолимся. Ну и последний кач. Смирение 4. Шанс получить 60 очков прямо сейчас. Сожаление. Каждый раз получать очки. Давай смирение. Все вроде как, да? Еще один раз прокачаться, все. Так что надо читать. Я стараюсь. Так что не забывайте. Обязательно подписываться. Будем вместе стараться читать. Правильно, но иногда бывают просто такие, ну, надписи, что прям непонятно. Для кого-то понятно, для кого-то нет. Ты что, тоже молишься, что ли, молодец? На завод идем, да? И куда дальше? Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. Ну, погнали, посмотрим. Не, ну, и игрушка, по крайней мере, пролог. Вот, мне более-менее нравится. Ну, конечно, что на выходе будет неизвестно. Ну, будет по-любому продолжение. Ну, в Спасов она, ну, попадет, наверное, там будет развиваться. По монастыре и так далее. Молиться. Так, сейчас я льдинку подниму, маникюр резко прям, да? Опа! За мной не сработает! Будет все у нее нормально. Весовка! Не уцеплюсь! Погоди, сейчас что-нибудь придумаем! То, что надо! Тут резкий спуск. Ну, только вот со звуком, да, маленечко есть какие-то нюансы. Он будет резкий, бывает нет. Ну это опять же я просто не настраивал ничего. Качество на ультра, кстати, там все. На максималку 60 кадров. Спокойненько есть. Так, и куда нам теперь туда куда-то идем? Ну, пойдем на мельницу. Это что такое? Бля, там это собачины, это гребаные. Ебать! Да это не собака, это какой-то оборотень вообще. Чего стоишь? Сколько собаки могут не дышать под водой? Не знаю. Я бы пару часов выждала для уверенности. Ну, пару часов, да ты будешь там минут 3-4 хватит. Лестница сломана. Через мельницу придется идти. Погнали через мельницу. А облегчить душу можно зайти? Нет? Не пускает, пойдем. Ха, прыжок. Загрузочка, загрузочка. Танц, 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 танц. Так. Красиво как. Дальше. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живые. Как? Ну какой-то он такой. Говном. Дочь не успел дорисовать. Ебанутый, мне кажется. Одним глазом так и осталось. Порезали его.
Господи, из-за запаха дурного? Да не, он на стене, снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, потому что, ну, не по понятиям оно. И куда дальше? Лифт! А, вот он, лифт, да? Не, кстати, вот озвучка Индики. Индиго. Индига. Или Индика. Индиго. Не, не Г, а К. Индика. Короче, озвучка монахини вообще мне нравится. Прям да классно. Он не работает ни хера. Тут сейчас ничего не работает. Надо понять, как оно все приводилось в движение. Ну, озвучка типа такая, да? Издалека такая. Вот и привод. Заходит. Смотри, какая красота. Планетарная передача. Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Понятно. Да тебя не удивишь, абсолютно. Ну, она такие груза таскает. Вот такая маленькая хрупкая жизнь. Чего там копаешься? Шпонку ищу. Вот это, наверное, нам надо, да? Шпонка квадратная. Шпонка полукруглая. А, она, то есть, не берет. Это шпонка, предохранитель. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. Понятно. Монахиня знает больше, чем он. А он мужик вообще-то. Может, ну, они работали тут когда-то так? А это что? Сломанная шпонка. И это тоже сломанная, да. Ну, давай ставим, попробуем. Квадратная. И куда он там поехал? Контролировать Илью. Давай вниз! Мешает чего-то. Не могу спуститься. Наверх! Поднимаем. Так, а что надо сделать-то, подожди? Так, и что надо сделать, надо, чтобы это там между... Подожди, ну-ка. Так, я к нему сойду, я бы плохо вижу, что там надо. Пускайся! А, то есть я должен встать на эту все. Поднимайся! Я не должен, я должна. Я за монахи. Ну-ка, я на эту должна залезть. Потом у меня... Ты куда-то полезла? Поднимет, короче, все. Она, в принципе, на колесиках. Так. Спускайся! Спускаюсь! Да, вот все, я теперь поехал. Что мне дальше делать? Я все понял. Ну, теперь он сам приедет, да, все. Все правильно. Так, ну и что тут? Куда нам дальше делать? Ох, ёпт! Вон наш выход! Ты это, по доске предлагаешь идти? Боишься высоты? Не-не! А что там надо было делать? Закономерный конец. Ема. И где я сохранился?
Жесть. Я что-то и не понял, там АД надо было взять, да? Так, давай еще раз попробуем. Я говорил, надо было в объезд. Ты в цирке был? Был. Пиздец. Давай, быстрее. Ебать, там псина. А куда мне бежать-то? Так, вот типа вот сюда, да? И чё, всё, я по безопасности. Бля, подожди, всё, иду, я съел, помню. Вот тут мушка такая жесткая. А я не понял, куда мне бежать-то, бля? Я бы сказал, царствие небесное дно. Ну куда мне там реально идти-то, я не помню. Ну куда ей бежать? Ебать, что, серьезно? Ну что, залазь. Подожди, надо понять, куда ей бежать. Бля, и куда идти-то, это серьезно? Она перекрывает эту дорогу, она не успевает. Дожди. Пока не разобрался, в чем дело. Да иди дальше, пси. Может, я долго лез? Так что ли, наверное, да? Давай, Индика, быстрее. Ну, бля, пиздец. Давай. Боже. Опа. Сцена такая. Нагрузочный сём. Мы ее убили. Она заслужила. Плохая собака. Грешная. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака. Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно, а в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты винишь беса, с собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом, завидует, вожделеет, даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить и завоевать наиболее перспективную пару, завести потомство. А человеку? Это типа у небес в голове сидит, да, получается? Она, что же у человека никогда не обходится без участия, да, божественных походу или бесовских сил? Вот и все. На этом заканчивается демо-версия. В принципе, концовочка прям такая взбудораживающая. Она, ну, сверху так на него раз, и, ну, такая это, близость была. Будем ждать полного выхода. Как только выйдет, продолжим. А пока, ну, интригующая такая, мне понравилось. Ставьте лайкосик обязательно, если вам тоже понравилось. Не забывайте подписываться. С вами был Рэмплей. Всем до встречи и всем пока.